Фильм производства Ларри Коэна. Офицер Мэтт Кордел был подставлен, брошен за решетку и жестоко убит преступниками, которых он же посадил в тюрьму. Чтобы отомстить полиции, которая его предала, Кордел вернулся как полицейский маньяк, чтобы терроризировать Нью-Йорк. Когда его коллега, офицер Шон МакКинли, наконец-то обелил имя Кордела, он считал, что ужас уже позади. Он ошибался. Мы передаем нашего брата тебе, Господи. Отныне Мэтт Кордел будет жить в твоем вечном царстве. Мы не можем судить этого человека, как мы не можем судить и тех, кто повинен в его преждевременной кончине. Своей любви милосердной, пожалуйста, прости ему те грехи, в которых он повинен, как слабый человек. Знак молчания. Полицейский маньяк. Фильм третий. В ролях Роберт Дави. Кейтлин Дюлейни. Гретхен Беккер. Пол Глисон. Джеки Эрл Хейли. Джулиус Харрис. Грэнд Буш. Дуг Савант. Бобби Ди Чикко, Фрэнк Пеше и Роберт Здар в роли Мэтта Кордела.
Художник Кларк Хантер. Композитор Джоэль Голдсмит. Монтаж Дэвид Керн и Майкл Эллиот. Оператор Жак Хайткин. Автор сценария Ларри Коэн. Продюсеры Жоэль Суассон и Майкл Лихай. Режиссеры Уильям Люстиг и Жоэль Суассон. Привет, Мак. А ты же вроде на каком-то политическом митинге сейчас должен быть. Совершенно верно. Это у меня разминка. Ты не надеваешь затычки для ушей, а я люблю звук выстрелов. Ты почему не празднуешь? Не хочется. Да ладно, у тебя же день рождения. Веселись, пойди в кино, ну хоть что-нибудь. Что ты здесь стоишь и стреляешь в непонятных людей? Может быть, для меня они не очень непонятные. Может, я знаю, кто это? Может быть. Хан Грефен из администрации мэра. А в чем проблема? Ну, ты знаешь, иногда он не понимает, когда ему говорят «нет». Чрезмерное насилие. Да, сейчас все жалуются именно на это. Эти ублюдки. А какое обвинение? Попытка изнасилования. В следующий раз подожди чуть подольше. Тогда ты сможешь убить подонка. Смещенный центр тяжести? Но точность, я смотрю, для себя это не проблема. Меня же называют сумасшедшая Кейт. Для тебя это комплимент, считай. Ладно, пока. Что? С днем рождения. Ты сумасшедший. Эй, Мак, мне очень нравится.
Сюда, сюда. Мак. Привет. Осторожней, не споткнись. Извини, что пришлось тебя вызвать с этого собрания. И слава богу. Ты знаешь, такой мрак, я давно этого не видел. По крайней мере, он умер с улыбкой на лице. Очень смешно, Лео. Лейтенант, репортеры уже здесь. Черт. Это Маккинни. Ну что там? Да, ничего. Ну хоть скажи, какого угла нам снимать? С какого угла? 180 градусов отсюда. Да ладно, а? Да, господи, обычное убийство. Хотите, давайте. Даже не убийство, а просто-напросто наркоман слишком много вколол. Лучше поезжайте на углу 29-й улицы, там ограбление. Да, поехали. Ну, получили? Маккинни, сука, а? Сукин сын он. Ни хрена там нет на углу 29-й улицы. Точно, так и чувствовалось, он просто хочет от нас избавиться. Что там еще есть? Слушай, давай. Так, вроде бомба подложена, Лонг-Айленд. Нет, нет, это всегда ерунда. Убийство в Сохо... Нет. А, блин, убийство ребенка? Черный мужчина с 18 до 25 лет. А ирландца там быть не может или грек, а? Дальше. Перестрелка в Бруклине. Подожди, что-то серьезное. Да нет, телевидение даже не будет с нами разговаривать, там нет трех трупов. Эй, там склад матрасов. И думать забудь. Ну что-нибудь, а? Ты что делаешь? Молю бога репортеров дать нам одно хорошее убийство. Ну что, Мак, а? Значит, просто слишком большая доза наркотиков, да? Как ты думаешь, скажи, они до того, как он умер, или после засунули ему это перо в лодку вместо головы? Ты знаешь, я пока не знаю, нужно подумать. А это нога куриная. Ты знаешь, есть некоторые секты, которые используют в своих ритуалах. Откуда ты про это знаешь? Ты знаешь, после дела Карделла я этим как-то интересовался. Так его что, убили за головы? Да нет, наверное, нашли уже мертвым. А потом голову отрезали. Обогнали нас. Да? А для чего они там перо-то оставили? Из уважения к трупу. Так душа может улететь. Ну что, больно? Больно? Это Салливан на месте преступления. Не видно, что там внутри. Ну, кто следующий? Сукин сын. Эй, перестрелка еще. Офицер Кейт Салливан. Прекрасно. Я всех вас убью, ублюдки. Ну кто следующий, а? Больно, больно вам? Кто следующий?
Ну, стреляй, сука! Давай, стреляй! Хочешь мозги ее увидеть? Ну давай, иди сюда! Уйди ты с дороги! Эй, что с тобой, дура? В голове дух, в сердце душа. Голова без сердца — это дух без души. Ты видел, что здесь произошло? Я вижу, что ты видишь. Я видел символ. Символ смерти. Два треугольника соприкасаются вершинами и разделенные чертой. Ты увидел символ? Ты видел символ правосудия, у которого связаны руки. Ничего вы не сможете со мной сделать. Давай, давай, не упусти его. Ну дайте, дайте мне что-нибудь, мать вашу. Ну, едешь что-нибудь, а? О, да. Ты смотри, а? Твою мать, а? Этот ублюдок сделает нас богачами. О, Господи! Эй, нас снимают. Привет, мама. Брось оружие. Да, ты дура. Смотри, завтра это все уже будут видеть. Отпусти девчонку. Нет, я не хочу. Я считаю до 10. Знаешь что? Раз. Два. Три. Эй, дамочка, ты не можешь меня убить, потому что я бессмертный. О, больной какой. Четыре. А она не бессмертна. Ты убила его. Успокойся. Сейчас приедет скорая помощь. Ты убила его. Что? Я завтра куплю себе новую иностранную машину. Она. Вы знаете ее религию? Она католичка. Найдите священника и побыстрее. Мы теряем ее. Шон, миссис Салливан, что с моей девочкой? Там была перестрелка. Меня привезли полицейские.
Они говорили, что ранение в грудь, но никто не говорил, насколько это серьезно. Пока еще неизвестно, миссис Салливан. Ты всегда был ее защитником. Пожалуйста, проследи, чтобы все было в порядке. Миссис Салливан, вы должны здесь расписаться. И если Господь призовет ее, пусть она отправится прямо к нему. Обещаю. Лейтенант Маккини? Да. Хотите подождать наверху? Я думаю, там вам будет удобнее. Спасибо. Ты давно здесь и не показывался. Такой день, мой друг. Именно ты мне и нужен с твоей темной силой. Ты хочешь убить меня? Потому что именно благодаря мне произошло твое воскресение. Я понимаю. Но я не смог бы вернуть тебя в этот мир, если бы ты этого не захотел. Даже я не могу вызвать душу, которая обрела покой. Но твой дух никогда не будет знать покоя. Так ведь, офицер Кардел? Да все полицейские психи, господи. Вот эта сука Салливан, она убила заложницу. Кейт, повезло. Майерсон сегодня дежурит. Спасибо. Почему-то ей повезло. Потому что он лучший хирург у нас. Надеюсь. Я знаю, он закончил медицинское училище. Надеюсь, не заочно. Я стою недалеко от аптеки Русса. То, что произошло здесь сегодня, можно назвать как черной радугой террора. Чудовищная трагедия разыгралась здесь. Помощница продавца в аптеке, 19-летняя девушка, была убита полицейскими. А ну, с дороги! Офицер Кейт Салливан, вы видите, убивает и подозреваемого, и заложницу. Это вранье. Нет, ну звонишь в полицию, и такое случается. Нет, уж лучше я обойдусь без полиции. Подозреваемый Фрэнк Джессоп сейчас находится в больнице Королевы Милосердия. Офицер Кейт Салливан также находится в больнице. Пока еще неизвестно, выживет ли она. Последнее время она получила прозвище «Сумасшедшая Кейт». Представитель полиции заявил, что начато расследование по обвинению в Кейт Салливан в убийстве. Сукины дети. Где я могу найти Кэти? На 7-м этаже. Спасибо. И вот Мехико, этот таможник, мне говорит, вы хотите что-нибудь заявить? И я говорю, да. Что-то в последнее время я ссу плохо. Я могу вам помочь? Да, мне нужен доктор Майерсон. А вы кто? Лейтенант Маккини. Я Майерсон. Скажите, как офицер Салливан?
Она жива. Ну, значит, системы... Подождите, не системы, а не забудьте, я полицейский, а не врач. Простыми словами, она может дышать, и у нее работают органы выделения. Так что? У нее поврежден мозг? Да. И каковы перспективы? Она как овощ, можете посадить ее в свой огород. Мне не нравится ваше чувство юмора. Помогите этим людям. Там полицейские, да? И там та, которая убила заложницу, Кейт. Как ее фамилия-то? Я думаю, она сама виновата. Вообще здесь не дикий запад вам, ребята, вы не ковбои. Да, вы думаете, что вы ковбои, да? А, это Салливан, точно. Какая вонь во дворце правосудия. Хуже не бывает. Только не говори никому, откуда ты это узнал. Я никогда никому ничего не говорю. Ты знаешь, мэрия там такую сейчас устроит. Этот ублюдок уже нашел себе адвоката. Она нас в суд подает. Пусть подает. Он наркоман, к нему серьезно не отнесется. Уже отнеслись. Серьезно, Мак. А Кейт, понимаешь, у нее же оружие-то были. Ну, пули со смещенным центром тяжести. В нас стреляют такими, ты же знаешь. Нам чем отвечать? Пугачами, что ли? Не имеет значения. Это запрещенное оружие. Полицейские не могут их использовать. Ты это знаешь, я это знаю, и она это знает, и этот подонок это знает. Вот почему он подает в суд на 10 миллионов долларов. Уже удалось скостить до 3. Ну и что ему предложат? Шесть месяцев, условно, если он откажется от своего иска о Кейти. Она не работает в полиции. Назад. Спасибо. Спасибо.
Мне бы еще морфиукольчик. Мы же не хотим превращать вас в наркомана, правда, мистер Джессоп? Да, было бы жалко потерять и мой разум. Прошу прощения, доктор Фелл. Здрасте. Не могу вам помочь? Да. Мне бы нужна была минутка. У меня сейчас нет времени. Нет, с пациентом. А. По-моему, это не очень хорошая мысль. Мне только нужно было кое о чем спросить, вот и все. Одна минутка. Одна минутка? Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Я уже всю историю твоим друзьям рассказал. А ты знаешь, мне не нужна история. Мне нужна правда. Подожди, когда я мемуары напишу. Я не хочу ждать так долго. Я не знал ту девушку, убитую Терри. Но я знаю своих офицеров. Если она кого-то убивает, то значит, этот человек это заслужил. Но, так что подумай. Сейчас можешь не отвечать. Но ты подумай об этом. Потому что я еще могу вернуться. Может быть, ты что-нибудь еще расскажешь и прибавишь к своей истории? Что здесь происходит? Я ничего не видел. Ужасно, а? Хочется почесаться, а почесаться нельзя, правда? Лейтенант Маккини, что там произошло? Мы немножко поболтали. Да, если бы вы немножко поболтали, он уже, наверное, был мертвым. Вы занимаетесь этим делом? Официально нет. Тогда держитесь подальше от моих пациентов, доктор Феллон. Может быть, я там что-то сделал лишнее, я уж не знаю. Но Кейти... Но она мне как младшая сестра. Пожалуйста, постарайтесь понять. Сестра! Сестра!
Сестра, там доктор Фоллан, Кейт Салливан. Я никаких изменений не вижу. У нее глаза были открыты. Вы уверены? Я знаю, что я видел. И монитор как будто обезумел. Но сейчас все в порядке. Она схватила меня за руку. Вот так. Я скажу доктору Майерсону, вы не можете это сделать. Если он узнает, что я это сказал, он и пальцем не шевельнет. Тогда не узнает. Найдите мне, пожалуйста, доктора Майерсона. Доктор Фэллон. Чего это вы решили мне поверить? Потому что вы не похожи на человека с богатым воображением, лейтенант Маккини. Спасибо. Зашивайте, не забудьте губки. Привет, красавица. Я только же из комнаты Кейт Салливан. А это ранение в грудь? Да. Ты что, разговаривала с моими пациентами? Я думал, что я найду тебя там. Как я радуюсь, когда ты меня ищешь. Соскучилась, да? Но не так, как ты надеешься. Но я не для этого пришла. Жаль. Там была альфа-активность на мониторе. И она открыла глаза. Монитор как обезумел. Обезумел, да? Это профессиональный диагноз или как? Ты не можешь поподробнее? Нет. Я не успела проанализировать данные. Хорошо. А может быть, просто нервные спазмы? Ну, ты знаешь, господи, гвоздическая батарея, дохлая лягушка, начинается то же самое. Питер, разреши еще раз провести мозговое сканирование. Не могу. Почему? Потому что в этом нет никакой необходимости. Это трата времени и денег. Все. От нее уже ничего не осталось. Питер, пожалуйста, Сьюзан, не дави на меня. Ты знаешь, когда ты на меня давишь, что получается в итоге? Может, поужинаем вместе? Ты невероятный тип. Если передумаешь, вызови меня. Не беспокоить. Комната отдыха врачей.
Посторонним вход воспрещен. Подвал. Доктор Фэллон, что вы здесь делаете внизу? Вы не видели здесь полицейского? Здесь, кроме нас, никого нет. Вы здесь лучше будьте поосторожнее. Здесь, в общем-то, опасно, столько труб. Тогда я лучше пойду. Спасибо. Эй, Мак, смотри, а? У этого улыбки нет, он в душе улыбается. Ну что, похоже, доктор поцеловал линию высокого напряжения. Ну вот и все, да? Можно забирать? Я никогда при Питере не курила. Я не хотела, чтобы он понял, как глубоко все-таки он во мне засел. Ну скажите, детектив Маккинни, как вы справляетесь с болью? Шоколад, шоколад и мороженое. И много-много взбитых сливок. Мне очень жаль, что погиб ваш друг. Спасибо. Вы не знаете, у кого могли быть какие-то мотивы убить его? Да практически у всех, кто работает в этой больнице. Ничего себе список подозреваемых. Может быть, даже я могу быть подозреваемой. Тогда вам придется встать в конец очереди. Я хотел спросить вас, а что, Кейт охраняет какой-то полицейский? Нет, а почему вы спрашиваете? Потому что я увидела, как из ее палаты вышел полицейский. Я его не успела разглядеть, но он был такой здоровый, какой-то страшный на вид. И не знаю почему, но я пошла за ним, он скрылся в подвале, в туннелях из подвала. Куда ведут эти туннели? Но раньше эти туннели вели к другим зданиям в районе, но теперь, наверное, никуда, не знаю.
Я ждал тебя, Маккенни. Я почему-то притягиваю к себе те души, которые не знают покоя, которые не могут найти радость, удовлетворение в обычных знаниях и в обычной мудрости. Меня так называют, воскрешающий из мертвых. И это касается осквернения трупов, отрезания голов. Нет, неужели ты сможешь меня в чем-то обвинить, особенно в том, что я оскверняю трупы? Я лишь жалкий слуга своей религии. Я хочу узнать про воскресение. Я не священник. Для некоторых ты священник. Некоторые люди покидают этот мир. И их крик, их поиски правосудия ни к чему не приводят. И иногда эхо их последнего крика не умирает. А если умирает, тогда, может быть, человеку приходится вернуться. Но воскрешение намного болезненнее, им намного страшнее смерти. Ты не можешь себе представить ощущение пустоты, муку, которую чувствует тот, кто ходит среди живых, но сам не живой. Это, наверное, самая жестокая несправедливость из всех. Но ты ведь знаешь, что такое правосудие и неправосудие, правда? Где он? Ты найдешь его. Почему ты так в этом уверен? Потому что вы оба идете одним путем. Сегодня ты занята после работы? Как я люблю запах свежей плазмы перед завтраком. Доктор Пал, добрый день. Мы сможем поговорить наедине. У меня очень много дел. Сейчас, секунду. А, милая. Давай, зашивай. Он может ногу потерять. Насколько я понимаю, ну, я уже потерял. Так что? Кейт Салливан. Да, помню. Бывают прецеденты, и были, кажется, которые могут позволить нам отключить систему жизнеобеспечения. Да, в принципе, да, конечно. Как дела? Он в состоянии комы. Еще 50 кубиков, ком у него кончается периодически. Почему спрашиваете? Тогда мы сможем помочь и Кейт, и Мэри, если мы обойдемся без этой системы жизнеобеспечения. Мы уже сделали ему около 25, еще 50. Для этого нужно разрешение родственников. Это разрешение ее матери. Матери? Да, мы с ней поговорили, она очень хорошая женщина. Кажется, он приходит в себя. С возвращением, сынок. Он время от времени думает, что он снова в окопах. Ну что ж, очевидно, мы можем это сделать. Как насчет сегодня? Сегодня это возможно, правда? Это было бы здорово. Я вам очень благодарен. И Кейт наверняка вам тоже была бы очень благодарна. Да, наверняка. Зашиваем, да? Да. Наконец-то. Да, кстати, рад, что вы здесь. У меня родственники приезжают в город, они очень любят футбол. Сможете ли вы устроить билеты? Ну, конечно, лучшая трибуна в центре. Спасибо.
Who's in there? Кто здесь? Мне нравится, что больница для некоторых сотрудников — это просто нечто вроде греческого ресторана. Выходите, кто здесь? Включен рентген-аппарат. Решение об отключении системы жизнеобеспечения. О, боже мой! Ну куда ты завез нас, а? Ты что, с ума сошел? Если вся полиция нас будет сопровождать, то я не буду чувствовать себя в опасности. Поехали, поехали отсюда. А если бы мы показали полностью эту пленку, что было бы, по-твоему? Какую пленку? Ну, не вырезали ничего. Но ты подумай вот о чем. Жестокость полицейских — это то, что хорошо покупают. Да я понимаю, но ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Если ты придумаешь, как это продать, то ради бога. Иначе мы об этом забыли. Все 5 кварталов, перестрелка, бог с ним. Ребенок! Что? Есть, поехали! Ну-ка. Ладно, я пойду снимать труп. Хорошо, я посмотрю вокруг. Эй, ты видел, кого здесь подстрелили? Да. Да? Можно я тебя спрошу? Ты не против? Хорошо. Подстрелили ребенка? Да. Мальчика или девочку? Девочку. Серьезно подстрелили? Насколько серьезно? И из ружья? Ты знал ее? Это моя сестра. Ну ладно, что же делать? Жизнь говно, правда? Да где все, черт возьми? Эй, Триб! Триб! Черт, а? Это что ли снять? Thank you.
Что это за пленка? Подбросили. Ты убил его? Что? Это что-то серьезное. Что? У него была наводчица, бедняга Кейти. Но это ее сможет обелить, да? Я надеюсь. Надо идти. Я думаю, мой клиент, в принципе, будет удовлетворен этими условиями. Но кроме условного приговора, я думаю, нужно мистеру Джессопу предложить возможность право продавать свою историю, права на экранизацию, права на реализацию. Что еще от нас нужно? Ну, в приговоре не должно быть ничего об убийстве. Такая мелочь позволит ему получить его гонорары. Вы понимаете, насколько это важно для мистера Джессопа? Я постараюсь, конечно. Но вы уже изложили наше предложение? О, нет. Как его адвокат, я думаю, я сначала должна сама быть удовлетворена условиями. Не нужно ему внушать ложные надежды. Ну, конечно, не нужно. Значит, мы договорились, да, и мистер Джессоп будет очень доволен. Да. Привет, Гарри. Я думаю, что мы договорились, мисс Линдси. Когда все это уже будет позади, может быть, мы выпьем по коктейлю, чтобы отпраздновать это. Я думаю, мы сможем договориться. Пошли! Здорово, убил собственного адвоката. Ладно, нового найдешь, они бесплатные. Это что такое? Похоже, сбежавший труп. Mm-hmm.
Я же тебе говорила, не лезь к моим пациентам. Но я не думал, что это настолько серьезно. Спасибо. Не за что. Может быть, тебе прислать счет? Может быть, лучше поужинать со мной? Не знаю. А ты долго будешь здесь? Именно здесь? Недолго. Тогда, наверное, о ужине не может быть и речи. Господи, Мак, прости. Уходи, Лео. Кейт исчезла. Ее нет. Сколько она может продержаться без системы жизнеобеспечения? Нисколько. Дальше пойду один. Я пойду с тобой. Оставайся здесь. Мак. Я думаю, я тебе все-таки пригожусь. Пошли. С возвращением, Маккини. Твой путь окончен. То, что мы делаем здесь, это хорошо. Мы соединяем две измученные души священным союзом браков. Это вранье. В этом нет ничего хорошего или священного. А ну-ка, убери от нее это дерьмо. Прах праху. Я не могу представить себе, какую боль ты чувствуешь, Мэтт. Я не буду делать вид, что могу, и даже предположить. Только не осуждай ее на такую же судьбу. Она заслуживает лучшего. Ты обелил ее имя. Теперь она может обрести покой. Отпусти ее, Мэтт. Отпусти. Продолжай. Я не могу оживить душу. Она не позволяет это сделать.
Мак! Быстрее! Быстрее, Мак, быстрее! А, Маккини, это ты. Скорую помощь, быстро. Поехали. В больницу Королевы Милосердия? Нет, в любую другую. Спи спокойно, Кэти. Покойся с миром. Все в порядке? Что там происходит? Быстро, быстро вперед! Боже ты мой! Я не вижу его. Где он? Сын. Где он? Я ненавижу все это.
Возьми руль. Мак! Быстрее вперед! Я не могу быстрее! Что ты делаешь? Быстрее! Ну давай же! Давай! Ты сукин сын! Сделай что-нибудь! Быстрее, быстрее, мать твою, быстрее отсюда! Я не могу быстрее! Подвинься! Сделай что-нибудь! Держись! Мак, сделай что-нибудь. Держись. Держись.